Всем привет, с вами я, Лего Стайл номер один, Джи Number One, и сегодня у нас обзор на Лего Shadow Fight. И если вы это увидите... Опа! Это будет очень классно. Это реально Shadow Fight. Я вас не обманываю, это Shadow Fight. Shadow... Это разве не тени? Нет? Кто же со мной не согласится? Конечно же, это тени. Кстати, в конце видео будет бонус Лего пакетик Симпсонов, да. Досмотрите до конца. Итак, это реально Shadow Fight. Это значит битва против отшельника. Это сам наша тень, а это отшельник. Вот у него там шляпа. Вот. По-моему, идея очень классная. Как видите, лампа светит, чтобы было видно тени. Включаем лампу. Можем сделать так. Кстати, вот так-то лучше было. Сейчас. Во. То есть это реально можно играть, как бы, игра с тенями, с тенями, реально. То есть это чисто Shadow Fight. А давайте заглянем, что же под самой вот этой вот штукой. Под самой штукой у нас, видите, типа отшельник. Опа, здесь у нас, значит, отшельник, как видите, склонен на такой штуке. И на такой же штуке у нас склонен просто какой-то чувак в форме Окта. Да, вот и все, вот весь театр теней, скажем так. Вот такая вот простая самоделочка. Ну ладно, это в сторону, дорогие друзья, на самом деле, потому что сейчас будет самое-пресамое-пресамое-пресамое интересное. Хотя, даже не знаю. Сейчас будут Лего Симпсоны пакетик второй серии. Я решил не щупая, потому что у меня ни одной фигурки нет. Вот так выглядит пакетик. У меня уже разорвался. Здесь серия S2 написано. Давайте я вам покажу вкладыш. Вот сама упаковка. Сейчас вкладыш покажу вам также. Вкладыш у нас вот такой вот. То есть, вот, смотрите. А мне из этого всего попался напарник мистера Бёрнса. Это вот такой вот чувак. Да, и это напарник мистера Бёрнса, узнал из других обзоров, да. Потому что уже таковые имеются на полную коллекцию Симпсонов. Вот, я второй, скажем так, на Ютубе русском. И вот он сам помощник мистера Бёрнса. Давайте уберем его с подставки и посмотрим. Как видите, естественно, голова симпсонская. Вот. Здесь такие вот пупырышки у него. В общем-то, я не щупал, потому что это первая фигурка, зачем ее щупать. Он носит очки, уши все есть, вот такой вот у него прикус неправильный. У него есть темно-зеленый пиджак, сиреневая бабочка и белая рубашка. Также он очень любит собирать, коллекционировать кукол. Вот здесь Стейси, Малибу, with new hat. То есть новая шляпа у... этой куклы Стейси. Вот. Как-то так. В общем, такая вот фигурка попалась за 200 рублей. Вполне хорошая. А на этом все. С вами был я, Лего Стайл номер один или Number One. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч. Да. Всем пока. С вами был я, Лего Стайл номер один.